Если вы выбираете одежду для своих мам, помните о том, что впереди прохладные летние вечера. Как можно завершить свой образ, при этом не утяжеляя его? Внимание! Кардиган Галина. Стильная вещь, вязаная полотно сетка, потрясающий ажурный принт. И я хочу сейчас напомнить вам, что мы предлагаем 4 цвета на выбор. Надюш, тебе нравится? Мне нравится, потому что кардиган вообще это такая вещь, без которой сложно представить себе в принципе гардероб. Вот ты знаешь, выбрал платье, хочется добавить, как-то его освежить. Выбираешь кардиган, вот и все. У нас есть 4 цвета, давайте познакомимся с каждым. Ну что ж, красный цвет. Вы уже все давным-давно поняли, что год огненной обезьяны, конечно же, лидирует красный. Это фаворит 2016 года. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на сочные яркие оттенки. А я вот, например, присмотрелась к сиреневому цвету, потому что он такой припыленный, нежный, пастельный, как я люблю. Цена меньше 2000 рублей. Если вы нежная блондинка, посмотрите, сиреневый цвет вам подойдет. Кстати, к нашему платью Ювента идеально подойдет и сиреневый цвет, и сливочный. Если вы ищете для себя нарядный ансамбль, праздничный, посмотрите, вы можете утеплиться и завершить свой ансамбль стильным кардиганом Галина. Давайте посмотрим на наших моделей, что они выбрали для себя. Итак, вот он черный, только хотела спросить, а как же без черного? Это ведь, ну, практически половина покупок, это черный цвет, потому что его очень любят. Ну что ж, сейчас мы показывали микс, сочетали кардиган Галина вместе с платьями, вот. А нашим девочки выбирают брючные ансамбли. Итак, туника розовые розы с ярким розовым акцентом идеально сочетается с кардиганом Галина сиреневой нотки. Итак, Лали выбрала для себя брючный ансамбль и завершает свой образ брючками Лори. Вот. Надя, в таком ансамбле я вижу женщину не только на работе, но и поход в гости. Я люблю, мне нравится очень образ на Лале. Очень нравится образ на Лале. Вот просто взяла бы целиком. И к вам обращаюсь, поступайте так же. Надюш, вот мы говорим о вязаных вещах, и очень часто многих интересует вопрос, как ухаживать за такими вещами. Сразу хочу сказать про состав, это очень важно. Здесь входит 100% пан, его иногда называют акрил. Благодаря тому, что пан заменитель шерсти, я хочу сказать, что эти яркие краски не будут вымываться после многочисленных стирок. Мы употребляем детский шампунь для того, чтобы вещи были мягкими. Раскладываем их на махровом полотенце либо хлопчатобумажной ткани. Температура воды до 30 градусов. Этот лаконичный, нужный всем кардиган есть до 70 размера. Кардиган Галина. Запомнить легко. Запишите, чтобы не забыть уж точно.